Сегодняшняя тема. Врач Мириам Стоппард назвала утренние привычки, от которых нужно отказаться, чтобы не перегружать организм после пробуждения. Об этом сообщает Mirror. Специалист отметила, что не стоит пить кофе, отсутствие этого напитка натощак позволит нормализовать метаболизм и поддержать уровень сахара в крови на нормальных значениях. По словам Стоппард, организму нужно сперва набрать обороты, чтобы начать работу. Поэтому не следует сразу после пробуждения приступать к интенсивным упражнениям. В этот момент тело обезвожено, мышцы еще жесткие, а ткани не растягиваются. Такие тренировки принесут больше вреда, чем пользы. Стоппард порекомендовала сначала позавтракать, а потом уже приниматься за любимые утренние напитки и физическую активность. Читайте также 11 удивительных фактов о кофе, смотрите наше видео. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.